новые модели Roland, UF-принтер LEV 2200 и LEV 2300 комплектуются аксессуаром. Это очистящая станция, которая помогает увеличить срок службы печатной головы. Принтер сам знает, когда нужно почиститься. Настольные принтеры Roland и старые модели, и современные, оснащены специальными посадочными местами. То есть в старых моделях это было предусмотрено, чтобы использовать эту чистящую станцию. А станция оснащена, соответственно, направляющими, которые вставляются в посадочные места легко. В комплекте идет набор салфеток, там около 200 салфеток, которых там хватит больше, чем на год даже. Идет промывочная жидкость и SLCL. Да, на ней есть надпись для хэт-рефрешера. И идет специальная пипетка, покажем, как она работает. Заправляем салфетку в чистящую станцию. Это делается достаточно легко. Подняли металлическую пластину, опустили, и она там очень хорошо зажалась. Вот. И капаем несколько капель. 4 капель вполне достаточно. Они растекаются по всей поверхности. Лишнего лить не нужно. Накапали и заходим в меню. Куда мы идем? Функции. Клининг. Дальше ищем Head Refresh. Нажимаем Enter. И он просит установить станцию. Мы ее поставили уже. Нажимаем Enter. Просит накапать жидкости. Мы ее накапали. Вот тут видно, что она растеклась. Нажимаем Enter. И началась процедура. Мы специально в открытом состоянии показываем эту процедуру. Стандартно, конечно, это все делается с закрытой крышкой для безопасности. Голова подъезжает и начинается процедура чистки. При больших ежедневных объемах печати на следующий день, когда вы приходите, включаете принтер, после включения он выдает сообщение: сделайте head refresh, то есть такую чистку головы со станцией. И вы имеете возможность либо пропустить эту чистку, либо пройти ее вот таким вот образом. Данная процедура, она такая очень щадящая для головы. Салфетку используем всегда свежую, новую. Вот, соответственно, это нам гарантирует то, что никакой пыли на ней или песчинок не будет, которые могут повредить голову. Вот так вот выглядит салфетка после чистки. Соответственно, мы вот он закончил чистку, пишет: уберите станцию. Убираем станцию. Так, вынимаем салфетку. И нажимаем Enter. Все. Процедура очистки закончено. После этой процедуры принтер делает самую маленькую автоматическую чистку, и все, он готов к работе.